высокая какая крепенькая, да, отличные конечности, отличная грудная клетка, великолепная структура шерсти, упругая, прилегающая, красивую форму кубика, моя клетка. Красивая форма кубика, да, мы посмотрим. То есть такие спёрышки есть. Большие. Отличная форма, да не стесняйся. Большие отличные формы ушки. Как у нас красиво уши стоят. Отличный тебби маркер. Отличный контраст. Отличный контраст. Давай посмотрим личико. Прекрасный шоу темперамент. Великолепные синие глазищи. Красивое формирование рожицы. Какая рожица? Замечательный лососий носик, приятная линия профиля. Сейчас мы еще посмотрим, сейчас тоже. Мне нравится длина уха, мне нравится форма уха, мне нравится шерсть, фигура и приятная породная головочка. Прекрасно. Молодец. Отличный характер. Прекрасный баланс. Молодец. Так. И вот сейчас вот из этих трех юниоров, девочек и мальчика, я должна выбрать, по моему мнению, вообще они один другого стоят. Смотрите, очень миловидная такая нежная, красивая блюшечка. Очень миловидная. А остроухая такая восточная, яркая, типированная кошечка. В таком старосиапском стиле с большими ушками. И выразительный силовой парень. А, то есть у нас есть возможность тебе попозить выбрать. Отлично. Отлично. Ну, из двух девочек я все-таки выбираю номер 375. Вот. Хотя, конечно, красотка, блюшечка. И труднее конкурировать, все-таки как раз более сложная и, тем не менее, она очень хороша. А из мальчика и девочки... Ты моя красота. Из мальчика и девочки звание Best. Нет, все-таки звание Best на позиции лучшего противоположного пола я отдаю девочке. А лучшим юниором я называю мальчика. У него более зрелая головочка в настоящий момент. Хорошо раскрыта голова. А шубу мы еще менять будем, если кто-то другой. Сейчас посмотрим выбор. У вас замечательное шоу, у вас 4 кота участвуют в вашей кастраде. 366. Вот у этого кота сразу первое, что бросается в глаза, прекрасный окрас. Смотрите, какой у нее шикарный контраст. Маленькие лапы, отлично прокрашенный глаз. Малыш, ну давай, вот похоже. Красивая, стройная шейка. Стройная. Малыш. Сильное, крепкое, стройное тело, очень красивое выход шеи, безусловно, клиновидная голова с ровным профилем, приятный, молодой котик контролирован, для всех, да, выразительные синие глаза, красивая головочка, приятный постав ушей, очень эффектный мальчуган,
отличная сферическая форма, такой крепенький и не ту, не хороший горошек. Красивая голова парень. Посмотрим еще. 369 номер, тоже силкой. Красавец мужчина, настоящий полковник, заслуженный парень, находящийся в пионерской работе, с прекрасными синими глазами, очень красивый поставку форму, 6,5 признаки элегантности на лицо. То есть у нас отличная длина шеи, у нас отличная длина конечности, у нас отлично растянут корпус, у нас красивый длинный хвост. Так, давай я посмотрю. Очень красивая, стильная, пиновидная голова с четкими плоскостями. Посмотрите, какая прелесть. Плоские высокие скулы, большие уши, очень стильная голова. Кстати, у парня прекрасный подбородок, приятная спасибо. Линия профиля, великолепный цвет глаз. При правильной форме поставить вас. Ну, немножко любим есть. Ой, это моя кошка. Это моя. Глаза светло-фиалкового цвета. Фантастический окрас. Нет, можно. Фиалковые обычно сиреневые и темные. А тут достаточно светлые, но вместе с тем очень красивый оттенок. Можно у меня пропасть? Так, 371-й силтеби. Хвостиком выносите. Вот еще один зрелый, красивый ход силтеби поинт. Сильный, жилистый, мускулистый, в отличной спортивной, ты мой хороший, в отличной спортивной форме, да ты красавец. Зрелая, красивая, мощная голова. Очень красивый яблокоголовый яблокет, который может утаев. Прекрасное соотношение длины лицевой черепной части, широкий, красивый нос, это молодец. Да, я тебя посмотрю еще. Хороший контраст поинтов. Большие красивые уши. По-моему, вообще очень выразительный, очень харизматичный, прекрасная форма поставлена. А пусть вы красавицы. Очень эстетичный, красивый ход, с очень гармоничной, красивой головой. Да? Парень, который находится на тренерской работе. Так, если детки у нас не будут делать перед бегать, перед носом будет еще лучше. Прекрасно реагирует на махалку, показывая красивые, выразительные, яркие синие глаза. Подожди, личка посмотрю. Тоже. Ну, вы молодцы, таких котов кастрируете, один другого не есть. Красивое тело, сильное, спортивное, не ругайся. Отличный шоу-темперамент, отличный тебе, покажи лицо, большие красивые глаза, крупные широкого постава уши. Там скажи интересно, да? И типичная структура шерсти, прилегающая, упругая, с минимально выраженным подшерстком. Скажи себе, покажи себе. Чтобы все кастрированные коты так и брали. Были в такой красивой форме. Забирайте. Да он так думает, то ли поиграть, то ли не надо. А вы со стороны берите. Не берите, берите, спокойнее берите.
скажи, здесь самый красивый. Чего куда ты ходишь? Спокойнее, бери поспокойнее. Нет, просто я могу подсуду взять, но вдруг руки передавать не очень хорошо. Итак, четыре парня. Парни, безусловно, хороши, хороши. Но ты красавец. Значит, мне очень нравится вот этот сил своей головой, своим абрисом. У меня четкая, красивая, тачка голова. Посмотрите, как поставлены уши, какой угол хороший. Прекрасный цвет глаз. Этот сил, ты зря стесняешься. У нее тоже красивая, чистая голова с хорошими линиями, с хорошим соотношением длины уха к длине морды. Ну, мы, конечно, любим поедем. Эффектнейший парниша сил новикой, вот этот вот очень выразительный, толстым играющий. Но, на мой взгляд, наиболее правильный, гармоничный, это номер 17.